нами Николай. А если Николай, то и Геба рядом где-то. Геба на высоте, но рядом, да. Николай, рад вас видеть. Вас тоже. Не унывающим. Никогда. Не это самое. Первый день. Ну, я надеюсь, что вы также и последний будете выглядеть хорошо. Последний будем болеть вот так, но будет нормально. Вот. Николай, я рад вас видеть и спросить хотел, что у вас по новостям, что новенького привезли? Ну, новенького-то я что много этого не сделаю, потому что все-таки новенькое. Много выставок, так не успеваю. Да. Новенький привозит, а каждый выставку разбирает, новенький привозит, разбирает. Ну, сейчас есть, конечно, модельки. А по тенденциям, что сейчас есть у вас вот так, по направлению? Сейчас модельки очень хорошие тоже. Вот, сделали это из ламината, сделали доступные из H12. Да. Тоже хорошие тоже. Все на чипово станке, все такие новые модельки. Ага. Очень. Ну, типа канадца получается вот это. Сейчас востребованы. Востребованы или хорошая рукоять, очень удобная рукоять, да, в любую руку ложится. Да. Вот такие модельки очень такие это востребованы. Ну, естественно. Вот это балочный, который вот рефер рассказывали. Мы привыкли к филейкам, те, которые прям мягкие, это наши кредо. А делал теперь пожестче. Вот пожестче, чтобы толщина была, и потоньше. А балочные тоже вот красивый ножичек. Вот прям идеальненький. Вот такие. Николай, а это чисто по рыбе, да, вообще вот такое? Это вот именно не по рыбе, это рыбные уже такие гнущиеся. А это вот обалочный, то, что можно и мясо разделать, и арбузик разрезать, и колбаску. Вот это все, это уже многофункциональный. В то же время и хороший это. Рабочий. Отлично. Хорошо рассказали. Так. Тестовый ножичек отличный тоже, который можно тоже и порубать, что-то сделать, да. Тоже толщину сделали, чтобы можно рубануть. Все привыкли к тяпкам, а этот будет нож. Заменяет и удар тяпки, и заменяет то, что можно пошинковать, все сделать. Тоже неплохая модель. А по шинковке он идет, да? По шинковке идет хорошо, ну, потому что здесь выведен тоже. Тоже а у него линза, я смотрю, какая-то, да? Да. Под линзу, да? Под линзу, да, это внутренняя линза с обоих сторон. Себе. А это чисто ваша разработка, да? Это все, да, это вот чисто наше, это первый раз привезли. Я да, его не видел. Раньше не было таких. О, это интересно, да. Да, вот такие модельки. Ну, сейчас Дамас тоже запустили на кухню. Тоже вот такие маленькие ножички, тоже хорошие. Угу. Маленькие простыли на это. Ничего себе. Бывает. А я только захвалил вас, видите, как она. Простыли мы были еще когда на Орле. Москва, там был холодно, гостиный двор, маленький был жёлтый. А так что-то вот модельки, ну, топорик сейчас вот новенький, да. Чем хорошо, можно работать, если брать за конец, как тяпочка, и удар можно сделать хороший, да. И в то же время, когда перекладываете, разновесие, оно прям на одном пальце висит. Ну да. Свободненько, это уже для шинковочки. Для шинковки будет работать тоже идеальная вещь. Таких вещей тоже не было. А так много. За сапожный ножичек. Тоже такой, который вытаскиваться будет из сапога. Прямо здесь ничего не мешает. Тоже из дамасской стали. Тоже сейчас вот такие вещи. Но это тоже новые модели, это да? Это тоже новые модели, да. Их вот сейчас пока у нее есть, присутствует. А рукоять это что за материал такой? Это и дерево все идет. Это дерево, Березовый да? кап, да. И вставочка идет из этого. Стабилочка. Естественно, наши. Не, вот это очень интересно, вот это, что такое там, вот дальше наши. Вот сейчас скрепки берет. Вот. Ничего, скрепки взяли, вот сняли. Ты что, не видишь, что я ел? У тебя сколько было скрепки здесь? Все поедут. А здесь не были, где? Это там другие, это у них стоял. Она не стояла, женщина здесь стояла. Не-не-не. Это кинжальчик кинжального типа, тоже такой сделанный, все хорошо, одерник тоже такой вот. Вот это. А вообще как стилет, да, получается? Стилетчик, да. Стилет, да, такой? Что за модель вообще? Я вообще не могу понять. Это стилет, не стилет, это вообще это какая-то новаторская стилет, штука. Но только кинжального типа. Ага. Он как кинжальчик сделан. А как его использовать можно? Он так прикольно смотрится? Больше, конечно, лучше на стол поставить. Нож для бумаг. Ну, это вещи раньше были. Ну да, да, да. Я вас совсем заморил, но значит, это означает, что мы еще завтра. То, что сегодня не успели, доделаем завтра. Да. Так что приходите. Да. С первым днем сейчас я выложу тогда ролик. Так что все. Завтра все удачи. Все, пока-пока.